Моя кружечка остается здесь. Подарок Second Seva Порт Диксонского. Хотел бы, конечно, ложечку забрать. Может, ложечку взять с собой. У них тут много таких ложечек. Да, прикольно. Ну, ладно, подумаем. Так, что, мы опять приехали на Чутучак, чтобы сделать пересадку. Купили себе по футболочке. Теперь вот, наверное, думаем бежать на ЖД вокзал, оттуда на какой-то электричке ехать. Как-то не знаю, бля, в интернет не посмотрели, придурки, заранее. Теперь как идиоты бегаем. А, по-моему, можно было и на автобусе, наверное, отсюда уехать. Так, ну что, мы бежим где-то на 2 километра. Пусть здание красивое. Ну, почти дошли мы до ЖДшки. От нее нам еще за 12 бат надо будет доехать. Ой, до аэропорта. Так, я вернулся на этот адский вокзал. Сью Гранд Стейшн. Вот нам тебе надо сейчас срочно найти этот. Не то чтобы прям опаздываем, но стараемся побыстрее. То не знаем, что с остановками, там с этим расписанием. Ну что, нам показали, вот, в общем-то. Где я тогда и смотрел. Ой, смотри, смотри, ездит. Робот-паркинг. Эй, привет, робот. Ладно, вперед. Вот там расписание, кстати, вот здесь вот. Ну, если ты с ним в нем разберешься. А, это деньги. А расписание вот. Случается. Так, ну что, аэропорт. У нас как раз вот это Рангсит. В эту сторону надо выходить, третья платформа. Нам все подсказали, мы все нашли. Поэтому нам 10 минут дождаться, и мы поедем. Время сейчас еще 4 нет, а у нас вылет в 7:30. 8 у нас. Значит, полно времени еще. Ну, это не ласточка, обычное метро. Туалетов нет. Боль худно. Какое красное все. Красиво так. Новенькое. О, как мы красиво летим над всем Бангкоком. Ехать где-то 6 станций. Быстро приедем. Так, ну что, сейчас выходим и... А, ну нам еще надо до аэропорта дошлепать. Тут не так все быстро. Он уже переходик, он такой длинный, идет туда, он туда, в аэропорт прям. Все как бы, все учтено. Я думал, сейчас по дороге придется, но нет, все как в Азии, нормально. Длинные переходы, все по красоте. Я уже доварился последнюю чечевицу с бататом. Я их таскал 3 недели. Батат удивительно не испортился. Я еще в Порт Диксоне купил. А тем временем у нас творческий беспорядок. У нас преображение рюкзака. Вот. 7-килограммовый. Все по карманам, все по сумочкам. Вот все упаковано, все как надо. Когда я улетал из Калькутты, делал, у тебя примерно то же самое. Только вещей у меня добавилось. Но сколько у меня весит, я не знаю, но посмотрим. Так, ну что, вот мы опять подготовились нормально. Мы с Артемом Вассерманы. Смотри, у тебя еще сколько места в карман. У меня, о, полный забит. Этот полный забит. Вот так вот все. Это еще не предел. Можно еще куда хочешь запихнуть. Он у него куртка, у него вообще можно полный весь рюкзак запихнуть. Просто он станет немножко толще. Скажет, ну я тут в Таиланде на рисе поправился. Вот, ну и все, идем сейчас регистрироваться. Ножи у нас сейчас отнимут, к сожалению. Жалко. Ладно. Ну что, мы все прошли. У нас ничего не отобрали. Не мои эти ножнички, кройки шитья острые. Ни ножик у меня даже не отобрали. К пауэрбанкам пристали. Вот он лежит зелененький. Нормально, у него лезвие сантиметров 7-8, а может и 10. Уже тут красивенько. Остался нам часок где-то. Сейчас еще посидим, поедим. Опять никаких проверок, ничего нет.
все нормально. Ну что, отчаливаем. Бангалор. Ну и по классике, мы с Артемом последние. Вот. Заходим, наши 22 места.